За первые недели июля в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками МВД Абхазии совместно со службой госбезопасности, представителями Госстандарта Республики и РУК «Черноморэнерго» демонтировано и помещено на ответственное хранение 1296 майнинг-устройств. На территории Галского района обнаружено и изъято 89 незаконно действующих криптоустройств, размещенных на 5 майнинг-фермах в частном секторе. Системную работу по выявлению майнинг-объектов в районе проводят сотрудники Галского отдела внутренних дел и отдела службы государственной безопасности при участии представителей РЭС «Черноморэнерго». В селе Дурипш домовладелец незаконно подключил 60 криптоаппаратов. Майнинг-ферма была обнаружена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с отделом внутренних дел Гудаутского района и службой государственной безопасности. Оборудование изъято. В столице изъяты майнинг-устройства, которые владельцы прятали в подсобном помещении, а также в подвале одного домовладения и 27 действующих криптомашин изъяты на территории хлебозавода по улице 4 марта. Действующие аппараты по добыче криптовалют изъяты в домовладении жителя села Нижняя Шера Сухомского района, а в городе Ткуарчал незаконно майнил криптовалюту житель того же района в своей квартире. 41 аппарат изъят в Гулрыбжском районе. В ночь на 13 июля при проведении целевых рейдовых мероприятий в Ачимчирском районе сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с подразделениями Центрального аппарата МВД и представителями Департамента по энергонадзору Госстандарта Абхазии были проверены 6 майнинг-объектов. В общей сложности изъято 569 криптоустройств, из которых в частном секторе обнаружено 92 единицы майнинг-оборудования и 477 аппаратов изъято с территории бывшего предприятия в городе Чимчира. Ранее 6 июля в районе было изъято 43 криптоустройства. В селе Удза Ялахадзы города Пицунда с двух майнинг-объектов изъято 474 устройства по добыче криптовалют. Сотрудники Пицунского отдела милиции, милиции общественной безопасности, управления внутренних дел по Гагарскому району совместно с сотрудниками службы госбезопасности, Черноморэнерго и Госстандарта Абхазии при проведении проверки установили факты вторичного подключения на ранее закрытых объектах. Также 6 июля в Гагарском районе была выявлена майнинг-ферма с 16 действующими устройствами. В отношении нарушителей за незаконное подключение к энергосети для осуществления деятельности по добыче криптовалют составлены административные протоколы по части 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Мероприятия по выявлению действующих майнинг-объектов, а также системный мониторинг уже закрытых криптоферм сотрудниками МВД проводятся ежедневно.